Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. И сегодня мы начнем проходить с вами игру, которая называется Divinity Original Sin 2. Ну что ж, давайте начнем сюжетную линию. Выбираем одиночную игру. Выберем, пожалуй, мы с вами классику. Вы, наверное, спросите, в чем здесь разница. А вы посмотрите, ребята, вы только посмотрите. Вот классика, нажимаю на нее. Идеальный баланс путешествий, приключений и жарких битв. Стандарт серии Divinity. Да, вроде бы неплохо. В принципе, то, что нам надо. И посмотрите теперь на доблесть. В этом режиме не будет права на ошибку. Играйте по суровым правилам тактического режима, но всего с одним сохранением. Если ваш отряд будет полностью уничтожен, и игра закончится. Довольно неплохо, да? Это просто хардкор, это ад. Поэтому мы с вами начнем с классики. Так, ну что же, давайте приступим. Тут у нас всякие подсказочки, смотрю, наверху идут. Игра очень мне понравилась, я ее немножко поиграл, совсем капельку. И я вам скажу, на уровне, все сделано на уровне. Не знаю, как насчет там багов, лагов или каких-то недочетов, но именно сама постановка сделана очень изумительно. И я с вами выберу, пожалуй, знаете кого? Я не знаю, как эльфы, я всегда людьми играл. Естественно, возьму мужской пол. И я хочу поиграть жрецом, вы посмотрите. Люди, преобладающая раса Ривеллона, умные, гибкие и суеверные, экспансионисты. Гражданская война опустошила их земли, но не подорвала их господство. У нас есть как бы таланты, воодушевление, да, видите, которые воодушевление союзников отрядом с вами, увеличение их основных качеств, накладывает эффект воодушевления на 3 хода. И также есть у нас защитный купол, создает поле, восстанавливающее союзникам в зоне действия магическую и физическую броню, повышающее сопротивление стихиям. Восстановление 8 физическая броня. Восстановление 8 физическая броня, плюс 8 магическая броня, длительность 5 ходов. Слушайте, я думаю, довольно неплохо. И также у нас здесь есть вот такие вот гниения, да, наносит цели 6-7 единиц физического урона и накладывает гниение, так что цель будет получать колющий урон от лечебных заклинаний и зелий. Слушайте, довольно неплохо, да? И здесь у нас восстановление. Восстанавливает здоровье выбранного персонажа. В общем, это понятно. А также есть кровосос. Вытягивает жизнь из разлитой на поверхности крови, восстанавливая ваше здоровье. Чем больше использовано крови, тем больше здоровье восстановится. Так что я хочу поиграть, наверное, на него. И к тому же он мне очень сильно напоминает персонажа. Вот именно детализация выполнена как в игре Айон, онлайновой ММО. Так что давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Мы сейчас с вами еще посмотрим, кстати, как она называется-то? Историю, да, историю этого персонажа. Так, облик я менять не буду. Тут, наверное, тут можно поменять, поэтому давайте, наверное, сменим себя на свой ник, name. И давайте по-русски, наверное, оставим мы. Так, подожди, это маленькая буква. R. Рэй, да, чтобы было многим понятно. Так, а где у нас посмотреть историю? Вот этого я не могу никак вспомнить. Облик, тыры-пыры. Жрец. А помимо жреца, смотрите, кто здесь еще есть. Призыватель, заклинатель, боец, инквизитор, рыцарь, метаморф, следопыт, вор, клинок тени, странник, чернокнижник, волшебник, боевой маг и, наконец, опять жрец. Согласитесь, довольно очень много, и к тому же можно менять облики. Очень игра тут, так скажем, полностью проработка всего абсолютно, что очень и очень хорошо. Выберите музыкальный инструмент, он будет вступать в бою и подчеркивать различные моменты вашего приключения. Выберите, это что-то новенькое. Ну, бансури, танпура, давайте танпуру выберем. Выбрать свой инструмент, это что-то такое прикольное. Так, все, мы оставляем человека, берем жреца и, пожалуй, приступим. Вы действительно хотите закончить создание персонажа? Вы не выбрали ни одного тега. А что такое теги? Выбрать теги. Вас... что тут написано? Вас называют дикарем, зверем, но он не знает, каково это сражаться, отдавая все свои силы, чтобы только выжить. А вы знаете?
Дворянин? Ух ты. Так, это я могу убрать. Интересно, а что дают эти теги? Ну, давайте мы возьмем, наверное, с вами дворянина. И вы умные и любознательные, и ваша жажда знаний намного превышает желание проливать кровь. Сами ценные вещи, пожитки, книги и свитки. И шут, вы остры на язык и за песни в карман не полезете, ведь ваше призвание развлекать окружающих. Нет, ну это как-то глупо. Разломы в реальности ведут вас в другое время и другие места. Иные из них принадлежат. Пустоте иные богам. Вы смотрите на мир чужими глазами, но можете это использовать. Фух, что-то как-то замудрили. Вас называют дикарем. Ну и давайте, наверное, давайте мистика возьмем. Я не знаю, как это у нас повлияет на нашу историю. Ну, будем смотреть. Поехали. Да, я закончил создание персонажа. И у нас идет видеоролик. Все случилось так, как я и предполагала. Всего лишь капля магии истока. И как мухи на мед, слетели с чудовища. Сброд запаниковал, и началась резня. Магистры показывали на меня пальцами. Как я и планировала. На меня надели ошейник и кандалы и отправили в Форт Радость. Я прибыла сюда, чтобы убить пробужденных, но вместо этого я стала частью их истории. Divinity Original Sin 2. Приступаем, ребята. Так, это что у нас такое здесь? А, ну да. Мы с вами очухались. Нас... Так, значит, это все же был не сон. Обновление дневника 4. Я думаю, братишка, это был не сон. Ухмыляющийся череп. Я гляжу, ты не слишком разговорчив. Так, медицинский шкафчик. Пусто в нем. В нем пусто, к сожалению. Игра сохранена. Так, автосейф есть, это хорошо. Так, что это такое? Лабораторное оборудование. Ух ты, мы забираем его все. Подсвечники. Странный кувшин. Заберем. Книги. Ничего тут нету. Хорошо, давайте мы сюда с вами пойдем. И я смотрю, тут у нас кто-то ждет. О, проснулся. Да я погляжу, ошейник на тебе сел как влитой. Отличная работа, аж сердце радуется. Надо же, у тебя сердце. О, древняя книга. Ты это что вытворяешь? Просто хотел книжку посмотреть. Да, надо с ней поговорить, видимо. Магистр Сивен. Не слишком туго, надеюсь, я про ошейник. И не волнуйся, всякому псу надо привыкнуть к поводку. А теперь иди к магистру Уильямсу. Каждый пассажир должен быть вписан в судовой манифест. А за то, чтобы записи велись как положено, отвечает Уильямс. Его можно найти на другом конце этой палубы в офицерских каютах. И у нас тут есть выборы ответов. Я могу ответить как дворянин и как мистик.
Дворянин, раз уж вы проснулись, пора искупаться и пообедать. Велеть ей позвать сюда слуг. Ничего себе, а как мистик сказать, что вы видели долгий черный сон о корабле, плывущем по реке мертвецов. Но вы не умерли, правда? Давайте вот это попробуем. Нет, ты жив и говоришь со мной, хотя и правда на борту корабля, но, к счастью для нас обоих, плывет он по самому обычному морю. Прижимая к губам указательные пальцы, какое-то время она оценивающе смотрит на нас. Я смотрю, ты слегка не в себе, верно? Возможно, я переусердствовала с успокоительным. Ладно, полагаю, скоро ты придешь в себя и начнешь соображать, ну или нет. А пока, все, что тебе следует знать, мы направляемся в Форт Радость. Тебя ждет новая жизнь, а если будешь хорошим мальчиком, то, возможно, и исцеление. Расставание с истоком насовсем. Вы дергаете ошейник, но безрезультатно. Потребовать ответа, зачем она на нас его нацепила. Для моего спокойствия, конечно же. Почему бы тебе не попробовать сотворить какое-нибудь заклинание истока? Посмотрим, что это даст. Вы помните, как сила рвалась у вас изнутри? Как вы повелевали ею, прежде чем вас схватили? Высвободить ее. Вероятно, это какой-то обман. Не стоит этого делать. Так, второй выбираем. Пожалуйста, пожалуйста. Я не обижусь. Честное слово. Так, давайте второй выбирать. Покачать головой, вы не станете этого делать. О, какая нежная, покорная овечка. Может, и не стоило надевать на тебя ошейник? Хотя он так тебе идет. Ах ты. Так что давай оставим ее в покое, хорошо? Потому что ответ на твой вопрос, что делает этот ошейник, очень простой. Он отрезает тебе доступ к истоку. Ради твоего же блага, разумеется. И твоего, и всех вокруг. Вот так вот, ребята. Значит, я как бы маг, и меня за что-то заключили в кандалы. Так, денежку тут нашли мы. И этот ошейник блокирует, я так понимаю, к моим магическим способностям что-то. Боги праведные, это же, да, тут убийство. Тут убийство? Ух ты. Смотрите-ка, труп лежит какой-то. Я вижу, что ты задумал. Руки прочь. Так, понятно, руки прочь. Хорошо. Отвратительное зрелище, верно? Ну да, не из лучших. Хуже всего, что это случилось у нас под носом. Мы же защищаем этих людей, и это нам еще очень повезло, что никакое исчадие пустоты не примчалось, учуяв исток. Заявить, что она была ему не защитницей, а тюремщицей? Или спросить, почему она допускает вас так близко к месту преступления? Вы же можете оказаться убийцей, откуда ей знать? Она поднимает на вас взгляд и улыбается без тени теплоты. Когда произошло убийство, я была в карауле, в одной каюте с тобой. Ты спал, даже не шевелился. Ты один из очень немногих на этом корабле, в чьей невиновности я уверена. Если, конечно, ты не способен убивать во сне. Пожать плечами и сказать, что возможно, да, вы все-таки колдун. Нет, пока на тебе этот ошейник. Так, мне не помешало бы кто-то, кто послушает, о чем говорят пассажиры. Иногда они побаиваются тех, кто в форме. Принесешь мне что-то полезное, получишь звонкую монетку. Что скажешь? А я тебе скажу, что я не стукач. Человек с принципами. Понятно. Интересно, как ты будешь себя чувствовать, если случится еще одно убийство? Да мне-то по барабану. Дай знать, если что-то услышишь. Тот, кто это натворил, очень опасен. Понятно. Тот, кто это натворил, очень опасен. Но это же, по-моему, скорее всего, ведьма натворила. А я могу сюда зайти? Ух ты, я могу и сюда, и сюда. Ну, давайте-ка поднимемся наверх. Люк заперт, надо найти другой путь. Хорошо, я тебя понял, Рэй. Давай искать с тобой другой путь. Надеюсь, он тут есть. Исток заглушен. Ага. У Сибилы это, видимо,
тоже такие же узники, как и я. Такие, как ты, вечно терлись поближе к магам. Вот они как заговорили. Так, хорошо, давайте мы тогда... Ох ты, тут собаки даже есть. Магистр Джалин. И все вокруг одни магистры. Фейн. А кто такой Фейн? Эльф читает том знаменитой энциклопедии Кренли Хуберта. Он поднимает взгляд, его круглые глаза оценивающе взирают на вас, не упуская ни единой мелочи. Он берет вас за руку и принимается ее вертеть так и этак, рассматривая вашу ладонь со всех сторон. Под конец он слабо, почти ласково щиплет вашу кожу. Поразительно. Он откидывается на стуле и вновь утыкается в книгу, быстро листая страницы и не обращая на вас никакого внимания. Зачем же ты тогда меня щипал, гаденыш? Протянуть руку с улыбкой и взъерошить ему волосы. Хм? В чем был смысл этого действия? Было ли это приветствие или... А, о, понятно. Похоже, я нарушил культурное табу. Как проблематично. Прими мои извинения, человек. Возможно, мне стоило потребовать того же от тех людей в красных одеждах. Они прикасались ко мне не раз и не два. Ты шутишь, что ли? Ой, блин, прикасались они к нему, а, видите ли. Так, спросить о книге. Похоже, он не может от нее оторваться. Я не заметил, чтобы мне требовалось что-то от чего-то отрывать. Что же до книги, то это неплохое одноразовое чтиво. Не лишенные, впрочем, недостатков. Она чрезмерно детализированная и вместе с тем слишком поверхностна. Я знаю начало и конец этой истории, но посередине отсутствует. А, середина отсутствует. Скажи мне, что ты знаешь об истории вашего, нашего мира? Так, давайте мы ответим... А, тут как человек. История Ревелона — это история Божественного Ордена. Заговорить о Люциане и его сыне Александре. Да умоляю тебя, я отнюдь не интересуюсь этим. Ваши книги и так им переполнены. Нет, я хочу знать о делах небесных, я ищу знания о ваших богах. Здесь сказано, что они создали всех существ, но ни слова о том, что было раньше. Откуда взялись эти боги? Кто их последователи? Где остальные из их народа? Ну ты, мужик, прям философ какой-то. Фейн. Так, ну давайте ответим ему как мистик. Вы часто задумывались о природе богов, но у вас нет достоверных ответов. Разумеется, у тебя нет никакой ценной информации. И почему я ожидал иного? А теперь прошу тебя, не мешай мне. Мне надо расшифровать целый мир. Настойчиво поинтересоваться, почему он так прицепился к этим богам. Никакие ваши попытки обратить на себя внимание не могут заставить эльфа оторвать взгляд от книги или отреагировать на ваши вопросы. Ясно все. А мы идем тогда с вами далее. Записываться пришел? Славно, славно. Магистр Уильямс как раз с последним пассажиром заканчивает. Ты там как? Держишься? Ну, со мной все в порядке. Рад это слышать. Иди туда теперь, Уильям с тобой быстро разберется. Да ты что, быстро разберется? Не спускать ее с прицела и стрелять на поражение. Стоя посреди помещения, вы замечаете колдунью, высокомерно взирающую на парочку довольно нервных магистров. Они держат ее под прицелом арбалетов, пока офицер ведет допрос. Так ты сознаешься? Ты убила этого беднягу. Да, но это было лишь начало, разумеется. Она поворачивает голову и смотрит прямо на вас. Здесь есть и другие, чья жизнь должна закончиться. Боги, эта женщина безумна. Эй, ты там, колдун, скорее беги за магистром Сивен. На эту сумасшедшую мало просто ошейник надеть, ее надо сковать по рукам и ногам. Так, сказать, да, конечно, и уйти, убийца должен быть наказан. Другого такого случая поднять бунт может и не представиться, сказать женщине, что вы на ее стороне. Обратиться к колдуне и спросить, что она имела в виду, когда говорила, здесь есть и другие, чья жизнь должна закончиться. Это означает, что твое путешествие подходит к концу, но советую задержаться до финала.
поскольку она тянется к своему ошейнику и запросто его снимает. Я как раз собираюсь закатить сцену. Быстро сделайте с ней что-нибудь. Если она обратится к истоку, придут исчадия пустоты, и тогда нам конец. Она улыбается и злобно, и радостно. Именно. Опа. Используют разрыв истока. Зашибись, повоевали. Я даже ничего не успел сделать, просто... Ага, мы без сознания. Что? Что случилось? Да я бы тоже хотел бы знать, что случилось-то. И тем не менее, нам нужно с вами здесь кое-что забрать. Так. Бутылка вина. Бутылка вина. Обязательно это все забираем. Ветчина. Опять же, бутылка вина. Рыбу галавль. И сырный хлеб. А, подождите, еще есть тыквенная похлебка. Еще есть красный люциант. Все вроде бы как здесь, да? Сломанный ошейник. Давайте, может быть, заберем его себе. И тут у нас просто куски какого-то кровавого мяса. Я даже сказал, жижа. Забираем все эти деньги. Витрины, что у нас тут? Ничего. Оу, а вот это уже хорошо. Гвоздодер. Хорошая часть меча, самодельный щит и мой первый лук. Ага. Так, давайте в инвентарь. Я вроде бы как жрец, а я могу с мечом ходить? Или мне лучше гвоздодер? Роста силы, они практически одинаковы все. Ну, посоха же здесь нету, значит придется мне взять палицу. Возьмем тогда палец мы с вами. Так, подождите, вот так, наверное, можно экипировать. И щит экипируем. Поднять щиты. Новый навык у нас, ребята, изучился. Так, снижает уровень. У нас нету никаких резистов. А это что такое? Персонаж не может пользоваться магией, понятно. Тупщ, я сейчас как персонаж тут абсолютно бессмыслен. Что там такое? Витрина. А что тут на витрине? Да можно как-то... Вот, что это такое? Бутылка вина. Заберем. Кубки мне не нужны. Огонь. Вызывает горение. А как мне вот это вот поднять? Никак. Это обычные чаши. Свеча, колода карт тоже мне не нужны. Хорошо. В эту дверь, я так понимаю, не пройду, потому что на ней висит замок. Да, заперто, пишут. Тогда пойдемте с вами наверх попробуем. О, поднялся. Беспокойные воды. А где это все можно прочитать-то? Беспокойные воды. Фига себе, я бочку с водой забрал. Дневник, вот. Беспокойные воды. День первый. Нам удалось выбраться на середину палубы. Корабль сильно поврежден. Возможно, даже тонет. Нужно двигаться дальше. Понятно. Что у нас тут есть? Сундук. Взять все, конечно, я забираю все здесь. Так, а это что? Деньги. Кружка пива. А что-то тут еще, по-моему, лежит, да? Или нет? Нету ничего, к сожалению. Что, я могу поспать, что ли? Точно. Ладно, давайте двигаться с вами далее. И что у нас тут? Ага, магистр-следопыт. Я могу взять у него лук. Отлично. Сундучок с деньгами. Шикарно. Бочка. А как мне интересно... А, вот тут можно бежать. Все, все, понял. Это что такое? Трутовик. Из-за чешуи кажется, будто бы трутовик покрыт броней. Это особенно крепкий гриб, который ценят мастера зелий. Слушай, я возьму его. Возможно, из него можно будет что-то сделать в дальнейшем. Цель слишком тяжелая. Понятное дело, такой тюкан поднять. Магистр. Так, у этих только денежки. Мешочек, что в нем? Смотри-ка, в мешках даже деньги есть. Хе-хе. Очень красиво, ребята, здесь детализация. Все, абсолютно все прорисовано. И мне это очень нравится. Ух ты! Рубаха.
кружка воды и груша. Забираем все и, конечно же, мы с вами... А подожди, а какая рубаха лучше? Они, по-моему... А, нет. Как вот я, например... Оп! Ничего не изменилось абсолютно. Хе-хе-хе. Значит, просто одинаковая была броня. Перемещение препятствий. Меню предметов контейнера можно перетаскивать с места на место. Перемещение препятствий. Меню. Левая кнопка мыши. Очень интересно. Коробка. Хорошо, здесь у нас ничего нету. Мы с вами двигаемся далее. Не достать. Чего нет? Чего тебе не достать? А, тут нету. Ух ты! Эй! Это что такое тут творится? Мерзкое щадие. Так. Огненный шар. Конечно, забираем. И вот сюда вот прячусь. А как мне этот шар использовать? Горение на... Ну-ка. Не достает. Ну, давай конец хода сделаем. Оу-оу-оу-оу-оу. Зря-зря я, наверное, это сделал так. А может быть и нет. Ну, теперь-то фаербол должен дотянуться. А ну-ка, бомбанем. Ох ты. Я и сам, что ли, загорелся? Нет, все отлично. Так, значит, эффект горения. И что я могу еще сделать? Восстанавливает 8 физической брони и 6 магической брони. Давай вот так вот сделаем. И вот сюда мы с вами спрячемся, пожалуй. Ага, горят, горят. Смотрите-ка, ребята. Что же, это очень и очень хорошо. Единственный вопрос в том, что как я буду отсюда выбираться теперь. Давайте еще конец хода сделаем. Сгоришь ты. Что-то не сгорает ни шиша. Ну-ка еще ход. Оу. Как-то выжило. А ну-ка, если я тебя просто бомбану. Готово. И что у тебя тут есть? Абсолютно ничего. Это что такое? Сырое сырые комковатые потроха. Для чего-то сгодятся, написано. Ладно, раз для чего-то сгодятся, значит, мы, естественно, это все забираем. И куда мне двигаться? Что я тут должен сделать? Ящик. Ну, давайте посмотрим, что в этом ящике. Ни шиша абсолютно нету. А в этом тоже ноль. Бочка с водой. Ну, неспроста же эти бочки с водой здесь даны. Ой, а почему я так... Почему я так двигаюсь? На мне что тут? Замедление. Какое-то висело. Непонятно с чего. Оу, вон, на карте нарисован флаг, ребята. Оу, лодка. Хватит болтать, девчонка. Дети и гномы вперед. Все как в старых байках. Гном тщетно дергает за одну из ближних веревок. Вы говорили, что там внизу еще есть люди. Мы должны им помочь. Видишь эти щупальцы, пацан? Нам нужно убираться отсюда подальше. Обозвать гнома жалким трусом. Вы спуститесь на нижнюю палубу и проверите, уцелел ли там хоть кто-нибудь. Давайте так сделаем. Спасибо, спасибо, спасибо. Вон там есть лестница, по ней можно спуститься. Мы все из-за тебя погибнем, ясно? Лестница, вижу лестницу. Пошел я тогда сюда. А как спуститься? А, вот, вижу. Так, ну что, давайте спустимся. Горение, все тут горит. Пустой флакон для зелья. Ох, надо взять обязательно. Подсвечник нам не нужен. Поехали. Так, погоди-ка, это кто тут? Ух ты, еще сломанный двухручник здесь нашли. Магистр Уотерс. Кусок плоти. Загадочный кусок плоти. Это может быть что угодно или кто угодно. Очень забавно. Оу, ядрёна ты вож. Так, блин, надо сматываться тогда отсюда, получается. Давай вот здесь подождем. Конец хода. Опа-на, а это, помните, эти Сибилы, это те персонажи, которые здесь были до этого.
Это какой-то маг у нас получается. Молниями бомбит. Бывало и хуже. Ифан Бен Месс накладывает заклинание стрелы стихий. Оу, как бы магичку эту не забомбили. Напали еще Красный Принц. Начнем наши игры. Грязный прием. На детеныша пустоты. Критический удар в спину. Это значит у нас Рога. Да-да-да, именно он. Да что ты, сколько ты тут делаешь-то? Жертва плоти. Красный Принц теперь атакует. Каменную броню делает. И сокрушающий удар. Жар дракона. Оу. Так, а это-то кто такой? Кто это такой вообще? Гном. Электрическое касание. А до меня-то ход дойдет или нет? Или что? Разрушительный град. Так. Каменный удар. Бу-бух. Ничего себе, он там бомбанул. А вот, наконец-то, и я вступаю в бой. И что же мне делать? Я надеюсь, эти ребята за меня. Давайте тогда попробуем атаковать этого жука. А что случилось? А почему я упал-то? Неужели я подскользнулся на этой льдине? Так, и куда они все побежали-то? Эй, ребята, а я... Да что такое, ты будешь идти-то? Что-то бегают все, блин, суета какая-то. Так, ладно, там нарисован у нас флаг. Так, это же магистр Уильямс. И он, насколько я помню, мертв. А, свиток воскрешения. Павшего союзника. Недопустимая цель, понятно. Значит, я не могу магистра оживить. Так, что тут дальше? Нам надо отсюда выбираться. Кто там все орет? Кто кричит? Ну-ка, что у вас, ребята, есть что-нибудь поживиться? Две монеты. Как у вас много тут золота? Ё-моё, вы прям богачи. Жалование у вас, конечно, не к черту. А что вот тут вот у нас за... Фейн. Погодите-ка, Фейн. А ну-ка, давайте-ка... Арбуз. Действие неизвестно. То есть я могу съесть арбуз и что-то будет, а что неизвестно. Хорошо, давайте сюда сбегаем. Да и хрен с ним, побежали. Так. Фейн. Это же эльф тот, да? Ну-ка. Вы проходите в дверь и внезапно оказываетесь лицом к лицу с нежитью, со скелетом. Его череп как-то необычайно угловат, а посреди лба красуется великолепный драгоценный камень. Не понял. Скелет быстро листает том знаменитой энциклопедии Кренли Хуберта, бормоча что-то себе под нос. Нет. Какой идиот записывает знания на прессованных опилках? Они горят, они раскисают в воде, они даже кислоту не могут выдержать. Неудивительно, что сей народ столь невежествен. Ты посмотрите, ребята, это же был эльф. Почему он стал скелетом? Скелет поднимает голову и, наконец, замечает вас. Оу, это ты? Почему ты не убегаешь, не орешь, как резанный, и так далее? Его манера держать книгу, оно что-то вам напоминает. Скелет тяжело вздыхает и вновь утыкается в книгу, суетливо перелистывая страницы. Да, разумеется, это взгляд того, кто держит в руках книгу и хочет прочесть ее. А теперь, если ты закончил, полагаю, тебе пора идти искать место в спасательной шлюпке. Да, конечно же, эльф. Он тот самый эльф, который читал книгу. Ну что ты, я эльф не более, чем ты, рваное тряпье, в которое ты облачен. У меня была маска, весьма остроумное устройство, благодаря которому я и мог принять эту примитивную форму.
И маску эту у меня украла та проклятая ведьма после твоей дешевой сцены. Что ж, она все равно утонет вместе с остальным дурачьем. И тогда я просто заберу маску с ее хладного трупа. Какое бесчестие. Он мог бы спасать жизни, а не сидеть тут сложа руки. Скелет быстрым, раздраженным движением поднимает книгу, пытаясь выяснить, есть ли те, кто заслуживает спасения. И будь я проклят, если позволю жизням каких-то бабочек-подденок помешать мне в этом. Ступай, плыви, тони, или что там тебе еще заблагорассудится, а меня ждет книга. Прошу тебя, у меня мало времени, хотя у тебя, как мне кажется, его безмерно меньше. Вот так вот, ребята. Вот тебе и... Вот тебе и Фейн. Прикинулся он, значит, эльф. Ох ты, записка. Ключ с черепом. И золото. Ёлки-палки, взял какую-то бочку, и уже перегруз у меня идет. Давайте выкинем ее тогда. Мне еще нужно ходить. Главное, здесь никого нету, да, ребят, слышите? А крики, как будто тут целая толпа народу бегает. Так, коробочка. Что у нас тут в коробочках есть? Да ты что, коробку что ли забрал? Да ладно, ты так будешь все хапать на своем пути. Конечно, выбросим. Ладно, пойдемте, ребят, наверное, нам пора с вами на шлюпку. Раз скелет нам говорил, Фейн, что пора отсюда сматываться. Да что ж такое-то, что ты постоянно валяешь? Оу. Ого. Вот это чудище. Обалдеть. Ядрить тебя на корень. Вот это жестяк. И они на шлюпочке тут плывут на какой-то. Ну да, в принципе, это так и предполагалось. У меня на тебя большие планы, дитя. Вставай. Достопочтимая Даллас, мы потеряли корабль, перевозивший колдуна истока Форт Радость. Полагаем, что часть заключенных смогла бежать и освободиться от ошейников. Их мерзкая магия привлекла исчадие пустоты. Все, находившиеся на борту, скорее всего, погибли. Остаюсь ваш слуга навеки вечные, Верховный Судья Аривант. О как! Вот так, ребята, это вам не хухры-мухры. Так, и мы с вами... Что, интересно, у нас тут будет? Где мы с вами очутимся? Раз у нас... У Всевышнего или у кого-то, у какого-то магистра, или кто он там был, кто нас спас, какие-то особенные планы. Значит, мы тут ключевая роль... Ключевая роль в этом во всем спектакле. Ну, давай ты прогружайся быстрее. И нас будет пятеро, я так понимаю, да? Наш отряд будет состоять из пятерых. Побережье Форта Радость. Обновление дневника. Исчадия опустили корабль на щепки. Неужто никто, кроме меня, не уцелел? Должно быть, это Форт Радость. Наверное, Рэй, это Форт Радость. Давай-ка мы с тобой тут немножечко осмотрим. Капельку буквально. Карта, ага, мы с вами... А это что такое тут? Найден алтарь странствий. Алтарь странствий. Вы нашли алтарь странствий, он позволяет мгновенно переместиться к любому другому алтарю, который вы уже нашли. При бегстве из боя вы перемещаетесь к ближайшему алтарю странствий. Понятно. И что же я могу сделать? Древняя статуя короля брака. Я думал, что орден избавился от всех упоминаний короля истоков. Ну, как мы видим, ни шиша не избавился. Ух ты, кто это тут у нас стоит, ждет? Девочка, что ли, какая-то?
Ребенок держит в руках маленькое зеркальце и поворачивает ее под разными углами, изучая свои глаза, подбородок, макушку. Он замечает вас и вытягивается в струнку. Вы можете обмениваться вещами почти со всеми персонажами. Чтобы начать обмен, выберите значок торговли на панели диалогов. Понятно. Теги. Теги влияют на то, как члены вашего отряда взаимодействуют с окружающим миром. У созданных с чистого листа персонажей есть теги расы, пола и знания. У каждого из героев с истории тоже есть свой уникальный тег. Мне папа с мамой не разрешают с незнакомцами разговаривать. Как человек сказать, да? Сказать, что, чтобы он не волновался, он может вам доверять. Почему? Сказать, что мы не причиним ему вреда. Но вы колдун Истока. Один из тех гадов, кто приводит сюда страшил из пустоты. Давайте, спросить, как на его взгляд похожи львы на колдуна. Ребенок бесстрашно смотрит вам в лицо, поднимает зеркало к носу, закрывает один глаз и снова смотрит на себя. Не вижу я никакого истока ни на вас, ни на мне. Наверное, они ошиблись или спятили. Спросить ребенка, почему он тут один. Всем плевать, куда я хожу. Они знают, что с острова я никуда не денусь. А здесь приятнее, чем внутри. Спросить, знают ли его родители, где он. Они не здесь. Их магистры увели. И вылечили, да? Может, они меня дома ждут? Сказать, что здесь опасно. На ваш корабль напало исчадие пустоты, и случилось это неподалеку от берега. Но вы не умерли. Сказать, что вы чудом спаслись с корабля, атакованной исчадиями. Ему следует найти место побезопаснее. Тут везде опасно. Вот что я имею в виду. Вот увидите. Спросить, почему он не выглядит испуганным. Ну, наверное, мне все-таки страшно. Но это нормально. Тут везде страшно. Странно, странно. Посмотрите, какая прорисовка обалденная, а. Ух, блин, я прям хочу искупаться в этом лазурном море. Ух, красота. Ваза. И что тут у нас? Тетива. Угу, а тут? А тут не шиша. Так, ладушки. А сохранение тут как? Где? Самому надо сохраняться? Или тут есть определенные точки? Ну-ка, давайте глянем. Странно. А, сохранение есть. Ну, давайте сделаем новое сохранение. Ну что ж, ребята, я, наверное, на этом буду завершать свой выпуск. Если вам понравилось, вы пишите мне в комментариях, стоит продолжать в нее играть или нет. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видосиках. На этом все. Всем пока.